Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Castle Storm. Ну что ж, у нас кампания от изгоя до спасителя. Поехали. Это у нас новая часть. Уровень сложности будет нормальным. Так что приступаем. Что у нас тут, турнир? Судя по всему, да. VIP. Дамы, господа и простой народишко, позвольте мне вашему обожаемому лорду Руфусу представить последнего участника ежегодного королевского турнира. С пакетом на голове. Что это значит? Сними с головы этот глупый мешок. Не хочет. Я не позволю участвовать в королевском турнике в таком смехотворном наряде. Таинственный рыцарь. Как романтично. Интересно, как он выглядит на самом деле? Папа, пусть он участвует, пожалуйста. Что ж, мы не устанавливали для турнира особую форму одежды. Вы действительно разрешите соревноваться этому клоуну, ваше величество? Пап, ну, пожалуйста. Да, почему бы и нет? Как пожелаете, ваше величество. Итак, наш последний участник — сэр Мешкоголовый из Клоунвилля. Да начнется турнир. Что это? Так, таинственный рыцарь, выиграйте первый раунд. Да я думаю, что проще пареной репы мы с вами здесь все сделаем. Тем более какие-то олухи на нас бегут второго. Ага! Тихо, родной. Так, ну-ка, мы можем с вами? Можем стрелять. Слушай, случайно это не сэр Гаррит, а? Уж очень похож он на него, ну согласись, очень похож. Ого, щитом прикрываешься, да? Значит, вот так вот вы. Нет, 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 ребят, только не паладины. Хотя мне и паладины по плечу. Ну, давай, иди сюда. Так, отлично. Самое удивительное, ребята, что в Викингландии, да, мы с вами, когда вот уничтожили кристалл, на этом закончились все миссии. Меня вот почему-то перенаправили именно в эту главу. Значит, все-таки мы с вами должны будем рано или поздно. Слушай, тут нифига себе. Тут такие жесткие ребятули на меня уже идут, посмотри. В офигенных доспехах. Все дела, хотя уровень до сих пор второй. Тут уже кто-то в меня и стреляет, я смотрю, да? Кто там? Что за лучники? Я не могу понять. Надо к ним подобраться. Иначе меня тут расстреляют. Ну-ка, где он там находится, этот лукарь? Давай дойдем. Ого! Тут уже и паладины какие-то золотые. Так, держать строй. Где лучник? А, это, ребят, не лучник. Это у нас баллисточка маленькая была. Ладно. Так, сэр Мешкоголовый, да, первого уровня. Ой, а ты-то что здесь забыл, старик? Победа, враг истреблен. Ну, слушайте, довольно легко было. Так, выполните серию убийств минимум из 34. А я что, не сделал, что ли? Ладно, не имеет значения. Фух, подготовка к битве, ну что? У нас выиграть второй раунд, да? Понятно. Второй раунд. А, это мои уже пацаны. Индейки, хорошо, давай будем бомбить индейк. Воу, не только индейки, тут еще и волки. Ладно, давай займемся этим делом. Так, индейка, что-то ты тут не в тему, если честно, летаешь. Так, давай-ка мы вот так на опережение будем бомбить. Не вижу я там никого. Угу. Уже волки бронированные. Тут валяется вепрь. Кстати, вепри тут еще будут, да? Значит, вот так вот. Ладно. Хорошо, что у меня здесь есть в данный момент хоть какая-то помощь. Так, тихо-тихо-тихо. Лукаря не обижать мне. Он у меня и так тут последний. Ой-ой-ой, кого-то там ребята убили у меня, по-моему, да? Слушай, а мы же как-то могли делать суперудар, если я не ошибаюсь. Как-то... Так, тихо, волчара. Минус. Минус. Кабан, иди отсюда.
что у нас там происходит. Давай. У меня лучник-то покруче будет. Он уже зажигательными стрелами бомбит. А я самыми простыми. Ну, зато у меня урон покруче будет. Хе-хе-хе. Иди, волчара. Слушай, а если мы выиграем турнир, что? Принцесса за нас выйдет, нет? Мне вот это интересно знать. Эй, тихо. Тихо, друзья мои. Слушай, ну это начинается уже, знаете, как с Фреей. Помните, там эти же кабаны были жесткие. Надо этого подбить, прям по сраке ему надавать. Так, волки, волки. Так, это что еще? Ну, здравствуйте, приплыли, давайте. Мне еще тут грифонов не хватало, да? Молодцы, придумали тоже. Так, этот кабан меня раздражает, он уже ползет ко мне поближе. Так, вот и все, делов-то на копейку. Надеюсь, победа, нет? Какая там победа? Еще один грифон, как вы видите. Да что ж ты будешь делать-то, эй, грифа? Ну, есть победа, так держать. Фух. Ну, только не говорите, что сейчас еще будет третий раунд. Ага, здесь победушка, денежку мы с вами получили. Давай посмотрим, что у нас дальше тут будет. Финал, выиграйте финал. Закончите задание за 1,5 минуты. То есть третий раунд, друзья мои. Я один на этот раз, да? Пятый уровень, да хорош. Против меня пятый уровень. Я первого, главное, да? Ладно, я буду вот так вот. Ага, он прикрывается щитом, это бесполезно. Бесполезно, друзья мои, бомбить, конечно же, из лука, когда враг прикрывается щитом. А тут вообще реально за 1,5 минуты то есть это все выполнить? Вы, наверное, шутите, да? Кто там бежит? Чего? Да ты серьезно, что ли? Каким образом? А, ну, в принципе, если мы будем ему попадать в черепушку, все равно мне придется бомбить его до посинения. Друзья мои, я не знаю, как вот мне его подбить. Стреляю пока. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Не надо тут буянить. Так, надо отойти подальше. Не надо там аплодисментов никаких. Не надо кричать. Я пытаюсь сделать. Я ведь стопудово перепрыгнуть через него не смогу. А если он меня прижмет у стеночки, я думаю, что все, мне будет каёк. Он меня просто раздавит. Ну-ка. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Могу перепрыгнуть. Я ведь могу перепрыгнуть? Могу. Фух. Друзья, мы пока еще с вами живем. Я живу. Да-да-да, вот иди туда, столоп. Там тебе и место. Так, а ты-то что тут радостно бегаешь мне? Давай я этого голема, я все-таки его добью. Так, тихо, этого... Ну-ка, иди отсюда. Еще тебе тут, старик, не хватало. Хиляет он мне. Слушай, ну если это сэр Гарри, зачем же он тогда себе на голову надел этот пакет? Мне кажется, это кто-то притворяется. Победа. Так, яблочко от яблони, я получил достижение. Хм. Мои дорогие подданные, у нас был долгий, но увлекательный день на арене. И я уверен, что вам не терпится узнать результаты турнира. Но прежде чем я объявлю победителя, я расскажу историю моего первого ежегодного турнира. С тех пор прошло уже 60 зим, я был еще юношей и... Ну, папа, ты уже рассказывал эту историю на турнире в прошлом году. В самом деле? Что ж, тогда перейдем к победителю. Это сэр... сэр Мешкоголовый. Что? Ура, таинственный рыцарь победил! Я увижу его лицо. Выйди вперед, сэр, и покажись своему королю. И? Он! Он такой симпатичный! Это же сын предателя сэра Гаррита, изгой! Как ты смел явиться сюда на глаза королю? Я здесь, чтобы восстановить честь своего рода. Я веряю свою судьбу в ваши руки, в ваше величество. Это сэр Гевин. Что за бесстыдный нахал? Стража, взять его! Папа, не разрешай им. Довольно. Что ты думаешь, брат Вик? Детей следует карать за грехи отцов. Но мой король... И он, в конце концов, выиграл турнир. Дадим мальчику шанс. Отправь его в королевскую гвардию, папа. Мне нужен новый телохранитель. Как скажешь, сладенькая. Сэр Гевин, ты присоединишься к гвардейцам и будешь охранять нас по пути в королевскую крепость.
Там мы поговорим о твоей дальнейшей судьбе. Вот так вот. Получен бонус золота, приз за турнир 7500. Неплохо. Ух ты, открыты новые снаряды. Лекарства, мини-штерны и пика. Вау. Так, переносит сэра Гевина на поле битвы. Это открыто новое заклинание. Ну что же, неплохо, друзья мои. Слушай, а вот в эту часть я не играл. Я не помню, чтобы я играл за сына Гаррета. Выставка зверей. Это у нас побочное задание. Давайте, друзья, я его попробую пройти. Так, снаряжение новое. Естественно, я это все активирую. Также, конечно же, самого сэра Гевина. И пока все, больше ничего не могу сделать. Могу улучшить, друзья. Улучшить все самое свое основное. Давайте это сделаем. Без улучшения, как говорится, и жизнь. А вот что такое лекарство? Это могучее целительное зелье. Будьте осторожны, чтобы не попасть им во врага. Целительное зелье. Ага. Этими кучками миниатюрных Моргенштернов можно... Этими кучками миниатюрных Моргенштернов лучше всего с близкого расстояния стрелять по группе врагов. Понятно, все, я понял. То есть это как маленькие снарядики шипастые, да, у нас будут. Ну, еще разочек улучшим, и все, хорош на этом. Друзья, ну, пойдемте с вами на побочку, переживите атаку и напугайте врага, убив героями минимум 30 врагов. Подожди-ка, мне кажется, что здесь мне нужно, знаешь, что сделать? Самого сэра Гаррета прокачать. А у меня не хватает денег. Пережить волну. Слушай, а может быть, нам не стоит выполнять это задание? Ладно, посмотрим. Посмотрим, друзья. Переживите атаку. Слушай, ну сейчас я выгляжу намного круче. Без какого-то там мешка на голове, да? Посмотри, какой у меня щит. Ух, какой я... Да ладно, что, серьезно, что ли? А почему я на турнире дерусь против викингов? Кто их вообще сюда пустил? На турнир-то? Это несправедливо. Викингам здесь не место, если брать по большому счету. Так, где враг? Ну, опять этот кабан, а? Опять этот кабан. Да, у него первый уровень, но... Все, я его разнес. Так, да и хорош, там еще и тролль идет. Вы вот сейчас серьезно? Против тролля я должен еще тут драться. Но хотя он первого уровня. Что ты будешь делать, а? Со всех сторон на меня ползет враг. Так, минус тролль. Вот волки-то какие бронированные. Там кабан этот втихаря ползет. Начинает разгоняться, да? Хе-хе-хе. Дай-ка его, наверное, вот так вот. Еще один тролль, друзья. Еще один тролль. Ну, хорошо, что первый уровень, согласись. Они для меня как бы, ну, ватненькие. Поэтому давай бомбанем. Отлично, так, свинка. Я знаю, что ты хочешь сделать, поэтому... Так, волк. Все пока прекрасно и хорошо, друзья. Разгоняется, да? Нах ты. Из-под тишка, да? Ай. Опасно. Опасно, друзья мои, да что ж ты будешь делать-то? Наездница прибыла. Ух ты, смотри-ка. Как она меня саданула сейчас, бобо. Кабанчик. Кабанчик. Давай-ка я вот этого попробую бомбануть. Отлично. И теперь вот этого. Нормулечка. Это у нас обычный вепрь. Слушай, ну такими темпами, я думаю, все-таки мы переживем с вами волну. Эй! Ну-н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 у. Не надо. Так, ты иди отсюда прочь. Так, волчару я убью. Должен убить. Так, ну здесь у нас еще и тролль ползет. Первый уровень. Давайте не дадим шанса ему атаковать. Что ж ты? Ой, они очень... Нет! Ой, друзья мои, вот это вот сейчас подстава была. Ты видел, сколько здоровья у меня отнял тролль? Я думаю, ты это прекрасно видел. Да что ж ты будешь делать-то? Еще один, но этот уже... Ну это уже ни в какие рамки не входит, друзья. Как я должен здесь побеждать? Скажите мне на милость. Ну-ка этого я сзади... Поражение. В общем, понятное дело, да? Там еще огромный тролль шел. Нафиг, первого уровня здесь этому сэру делать нечего. Давайте мы, наверное, выйдем в главное меню и пойдем на основное задание. Так. Сияющий лес.
перекрытая дорога. Вот именно с него мы и начнем. Так, защищайте королевскую карету. Оу. Защищать королевскую карету. Что-то новенькое. Такая паровая карета, кстати. Так, это враг, да, походу дела? Мы синие, а это красные. Кучер, почему мы остановились? Человек на дороге, госпожа. Отдавайте принцессу живо. Как ты смеешь? И если будете сопротивляться, мы заберем ее силой. Что-то не похоже, чтобы у тебя хватило силы ее забрать. Ты что, хочешь сказать, что я толстая? Что? Нет, я только... Я отведу королевскую семью на заставу. Ни за что. Я не буду пачкать новые туфли, топая по грязной лесной дороге. Но, милая, ты должна. Я принцесса. И я не желаю слышать слово «на Д». Не бойтесь, ваше величество. Я защищу карету. Будем надеяться, что сэр Гевин не подведет, обороняя нас от разбойников. Не сомневайтесь. Прошу прощения, что прерываю, но может быть начнем бой? Ты прав, солдат. Надеюсь, мечом ты управляешься лучше, чем с каретой. Очень смешно. Прикрой меня огнем, и я преподам им урок. Это... прикрыть огнем, все. То есть ты хочешь сказать, что ты один отправишься в бой? Ты что, совсем что ли? Слушай, ну он... Да просто... Так, я должен защищать карету. Должен защищать, дай-ка я приближу. Что-то как-то далековато у меня. Ну куда ты бежишь? Так, секунду. Вот, выкусили свое. На-ка, получи. Куда ты, вот куда ты бежишь? А ты куда разогнался? Ребят, пока все чин-чинарем у нас. Дай-ка я вот так вот сделаю. Хобана. А я могу же подлечить своего, да? О, так он у меня вообще будет сейчас бессмертный. Куда ты пошел обратно-то, парень? Так, лучник. Хорош там уже стрелять. А, отлично. Прикрывается, смотри. Смотрите, что делать, да? Я могу, конечно, его накрыть медным тазом, друзья мои. Вот таким вот образом. Так, еще бежит партия, да? Партия смертников. Так, ты тихо, ты, хорош. Буянит он мне здесь. Так, в этих мы мусор киданем. Всякий хлам. Отлично. Рыцарь этот, кстати, очень-очень хорош. Мне нравится. Я думал, что он будет лопухом на самом деле, но нет. Он действительно сильный. Так, ну, пока он там у нас ходит, отдыхает, мы с вами будем отбиваться. Как можем. Воу! Это классно. Так, забомбили, да? Рыцарь у нас идет обратно. Только я врагов не... Ага, вот они бегут. Хыч. Слишком рано. Ладно, с этим, я думаю, разберется мой солдатик. А мы пока с вами будем уничтожать вот этих вот охламонов. Так. Лекарства пока применять не стоит. У нас здоровья здесь много. Деревья такие прикольные. Я только сейчас заметил. Ржут, стоят пеньки. Так, смотри, уже, по-моему, усиленные пошли, да, рыцари? Но хедшот делаешь в голову и все пучком. Вот эти, конечно, пробить тяжело, потому что они прикрываются щитами. А вот которые открыты, вполне даже очень легко, смотрите. Оп. Вот этих вот тяжеловато будет. Так, дай-ка подлечу. Ай-яй-яй. Весь, смотри, у него щит просто залеплен этими Моргенштернами этими. Так, хорошо идет. Бежит, разогнался, ну-ка. Чтобы поменьше у него здоровья было. Это такой, та-да-ля-та-та, довольно идет. На, получил в лобешник. Так, следующий. Что-то мажем. Куда ты разогнался, парень? Куда ты, я тебя спрашиваю, разогнался? Ладно, разберется с ним рыцарь. Отлично. Ну? Да что будешь делать? Давай так сделаем. Подлечить надо срочно. Так, минус. 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 Так, какой? 10-й уровень уже? Вы что, серьезно, что ли?
Хотя у меня рыцарь 20 уровня. Смотри, со шприцу. А, уже кончился. Там шприц у него был за спиной. Так, враги получили по заслугам. Но я отбился, да? Я защитил корону, и мне божественные мечи, щит для снарядов и мстительный дух достается. Хм. Замечательно. Так, боец дня. У меня рыцарь и снаряд дня — это копье. Так, выставка зверей. Побочка так все меня и преследует, да? Хорошо, ладно, ребят, пускай меня преследуют. Я, когда прокачаю своего сэра, я обязательно вернусь в эту побочку. Обязательно с вами пройдем, но не сейчас. Так, давай мы сделаем вот так вот с вами. Все, активируем всю эту магию. И мне нужно прокачать нашего сэра Гевина. Улучшить его. Когда он улучшен, тогда можно будет пойти и подраться. Сделать это побочное задание. Ну что же, начать бой. Волшебная оборона. Опять я должен защищать корону? Ой, карету. Только уже один? Эй, вы серьезно? То есть уже мне не дали? Ха, молодцы. Что я могу сказать? Давай вот так вот. Блин, вот этих вот, конечно, будет проблематично мне бомбить, если честно. Тут надо чистенько хедшотить. Во. Чисто хедшот. И самое удивительное, что я здесь не могу уже никого подхилить. Ладно. Отстоим честь этой кареты, так уж и быть. Где там эти паладины? Вот эти вот противные, конечно, которые бегут. По ним очень тяжело попасть. Они еще мало того, что они прикрываются щитами. Так, бросаем шипастые ядра. Все, закончилось, да? Ну куда разогнался-то? Смертник. Иди отсюда. Паладин. Паладин хорошо, что он медленно идет. То есть ему реально еще попасть прям в чайник. Так. Ну, хедшот будет сегодня? Есть. Какая-то затишье перед бурей. Такое впечатление, что сейчас вражин тут побежит очень много. Куда ты опять разогнался? Олух, а? Не ори. Не дома. И дома не ори. Так, паладины второго, уже там третьего уровня. Давай, 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 снарядами. Отлично. Кто там следующий у нас? Паладинчик на подходе, да? Минусанули. Надо вот стрелять просто на опережение, да и все. Так, ну куда ты бежишь, а? Вот он меня отвлекает как, а, засранец. Нормуль, подбили мы его. Там еще и лучник. И лучника метанули. Так, ждем, 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 друзья мои. Идет паладинчик. Мне нравится, как паладин идет. Такой деловой, знаешь, этот меч на плечах. С такой походкой довольный. Ой, а ты, старик, ты что пришел сюда? Ой, дурень. Что, тут уже на ослах, что ли, у нас враги? Точно. Враг бронированный солдат 10 уровня на ослике. Ты достал меня. Так, паладины. Надеюсь, паладинов здесь на ослах нету. Хотя паладины у нас тут на обычных, да, лошадях. На обычных лошадях. То есть обычные всадники. Так, лучник, ну что ты идешь довольный-то? Получил? В табло прям. Ну. Эй. Сколько вас? Вот единственное, что меня огорчает, здесь не показано, сколько вообще противников мы с вами должны забомбить. Куда ты идешь? Ну вот куда ты вот ползешь, а? Вот скажи. 15 уровень. Серьезно? Так, не дадим тогда ему возможности вообще двинуться с места. Пускай он тут будет получать. Смотри, у него в лице там десяток копий уже торчит. Отличная работа, победушка. Надеюсь, все. Защитили. Так, ковровая бомба при активации выпускает несколько разрывных снарядов. Лучше всего использовать против наземных сил врага. Я понял. Убейте магией не менее 15 врагов в плане магии. А мне разве позволяло использоваться магией? Мне ж только вроде бы копья давали. Так, путь свободен, сюжетное задание. Погнали. Что у нас по снаряге? Угу. Так, где у меня сэр? Давай-ка мы его улучшим. Мы все равно пойдем с вами на выполнение задания, да? Так, жизни у него 165, атака 40, дальний бой 27. Деньги у меня есть на что-нибудь вообще? Нету, вообще ни на что не хватает. Поэтому я думаю, что пора начать бой. Да как же путь свободен-то? Опять я должен здесь
То есть много повторяющихся заданий. Подожди-ка, неужели я могу тут... Нет. Странно. Очень странно. Может быть, сейчас магия накопится, и я смогу все-таки ее использовать? Воу. Кстати, против наземных целей. То есть, а я хотел проверить, могу ли я, когда бочка летит, нажать на нее еще раз, чтобы она разлетелась там. Как, знаете, как снаряд. Когда ядро летело у нас, помните? У прошлых фракций. Ты на него нажимаешь, оно взрывается. Ладно. С этими улухами мы разберемся. Тут понятное дело. Тут. Ну-ка проверим. Да, ну вон, смотрите, друзья мои. Нифига себе. Круто, вот это я понимаю. Так, у нас магия появилась. Да, у меня есть магия. И я хочу посмотреть, что вот это такое. Ну, это на крайняк. Пока мы с вами здесь можем сами защищаться, я буду отбиваться своими силами. Так, по-моему, что за фризы? Не надо мне тут ничего лагать. Так, бочонок. Вообще шикарно. Так, закончился, да? Снарядики. Отлично. Так, ну что, выйдет хоть кто-нибудь? Кто-нибудь выйдет или нет? Да, идет, идет. Аглоедыш. Так, еще один вышел. Пора посмотреть, что это такое. В плане. И это все, я для этого вызывал его, чтобы он появился, поклонился и улетел. Молодец. Хорошая магия. Я-то думал, что он сейчас, знаешь, рванет, как у викингов, помните там? Духи-то летели. А этот просто приземлился, сделал поклон и улетел. Молодец. Обожаю. Такую магию. Так, я чувствую, это... Нет, не последний. Я думаю, что это последний. Ну, этот щит, друзья, не позволяет врагу в меня бросать ядра. В принципе, он здесь вообще не нужен. Так. Эй. Вот этого вот парня надо убрать как-то. Так, магия есть. Давай посмотрим, может быть, вот так надо сделать. Ага. Теперь я понял, друзья. Надо было просто в кучу врагов вызывать. И тогда он срабатывает, то есть он появляется, уничтожает всех. Так, беспринципность, получим достижение. Что ты, король, опять пужанулся-то? Сэр Гевин, какой кошмар. Что ж, было непросто, но волноваться нет нужды. Ситуация была у меня под контролем. Я не про разбойников, а моя дочь. Принцесса? А что с ней? Ее похитили. Как такое могло случиться? Это был лорд Руфус со своими людьми. Я всегда знал, что что-то с ним не так. Но я доверял ему. Он был моим советником. Похоже, этого ему было мало. Не волнуйтесь, ваше величество. Я спасу принцессу. Ну, справишься ли ты? Ну, как капитан королевской гвардии должен справиться. Даже не сомневайтесь. Не волнуйтесь, уже скоро вы увидите ее снова. Ха-ха-ха. Нормуль. Так, бонус я получил, золото 10 тысяч. Шикарно. Открыты новые снаряды. Железный кулак. И пушечный залп. Также мне открылись новые бойцы. Осадный инженер, это кто такой? А, это с катапультами, так? Рыцарь-храмовник и гвардеец. Слушайте, друзья, это, по-моему, усиленные бойцы. Из тех, что были у меня за сэра Гаррита. По-моему, так. Открыты новые бонусные комнаты. Кабинет вербовщика, колдовая и имперский архитектор. И все задания выполнены. Отличненько, шикарненько. Снаряд дня, ну конечно же, такая штука имбовая на самом деле. Так, ну что, можно сходить на выставку зверей, можно еще покачаться. Эти побочные задания никуда не исчезнут. Поверьте мне, даже если я вернусь в старые свои компании, да, что за Гаррета, когда мы играли, что за викингов, и все задания, которые у нас побочные, не выполнены, а они остались, то есть для выполнения дальнейшего.
Так, ну что, спасительная осада, сюжетное задание. Я думаю, что надо его выбрать и приступать к спасательной операции принцессы. Так, ну, вначале я зайду, конечно же, в замок. Выберу опупенный, хороший себе замок, чтобы в нем было все. Сам я не буду строить, потому что, ну, вы знаете, прекрасно, это очень долго. И... Так, у меня получается вот. Вот этот вот самый оптимал, да? Да, это самый оптимал, поэтому я его и, пожалуй, выберу. Так, что у нас тут для прокачки? Для прокачки, в принципе, все, что нужно у нас есть. Снаряжение. Так, этот железный кулак на реактивной тяге с легкостью разрушает стены замков. При активации выпускает несколько ядер. Вот это вот надо будет. Вот это обязательно надо будет. Так, вот здесь вот интересный вопрос, что убрать? Ай-яй-яй, кулак этот, наверное, нам пригодится. Шприц, шприц может быть убрать. Мне кажется, шприц надо убрать, потому что, ну, от него как бы толку не будет сейчас, да? А вот кулак вот этот взять и прокачать, конечно же, ядра. Это наша будет основная мощь, которую мы будем с вами разрушать вражеские замки. Я не знаю, может быть, кулак, конечно, тоже хорош. Но мне почему-то кажется, что это типа миллионера у викингов. Так, здесь у нас магией я обычно не пользуюсь. Вот, конечно же... Ага, уже денег нету. Увеличит максимальный размер армии. Давай улучшим хотя бы до 7. О, даже до 8 могу. Вот так. Ускоряет производство еды. Ну, тут уже не хватит денег абсолютно ни на что. Ну что, вроде бы и все. Я готов. Поехали, друзья. Начинается новый бой. Значит, лорд Руфус все-таки раскрыл, да, карты и показал, кто он есть на самом деле. Милая статуя. Сэр Гевин говорит, а статуя у нас здесь лорд Руфус написана. Точно передает, какой урод этот наш лорд-предатель. Спасательному отряду сложно будет попасть в город. Не так уж и сложно, если враги будут заняты ремонтом. Ты хочешь сравнять его замок с землей? Именно так. И в первую очередь мы хотим, наверное, разнести вот эту вот статую лорда Руфуса. Так, подожди-ка. С какого вдруг перепуга ты тут сразу на меня коньков своих отправил, а? Щегол! Будет мне тут еще выеживаться. Давайте, друзья мои, бомбим. Так, пора ко мне тоже. Ну-ка посмотрим. Нет, друзья, это обычные паладины. Нет, необычные, все-таки усиленные. Посмотрим, насколько они хороши. Против конников они вообще должны рулить просто здесь. Ну, не первого уровня, как вы понимаете, да, друзья мои? Не первого уровня. Так, магия у меня пока еще не накопилась. Что-то мне вот это совсем не нравится. Мне совсем не нравится то, что он там бомбит уже по мне. Ну-ка. Получили свое, олухи. А если я ядрами по ним... Ядрить тебя на корень. Смотри, что мы с вами сделали. А ну-ка, погнали. Замечательно. Что у него там рухнуло? Уже стена упала. Так, ну-ка, заряд. На тяге. Ох ты, ничего себе. Вот это, ребята, кулак. Вот это я понимаю. А ну-ка, давай инженера вызовем. Слушай, мне нравится. А я вот так вот сделаю. Чтобы он не смог. Пиум, стрела обратно отлетела. Ну куда ты прешь? Куда ты прешь? Кто тебе давал разрешение и сюда переть? Так. Катапульт! Бумс. Слабоват, инженерчик слабоват будет. Я могу вот так сделать. Буча! А ну-ка, посмотрим, как эта бочка работает, друзья. Против замка. Нет, кулак неплохо. Вот смотри. Слушай, отлично. Давай-ка ядришко бросим. Вау, шикарно. На самом деле очень-очень шикарно. Так, сори, отвлекли маленечко, но ничего страшного. Эй-эй-эй-эй-эй, инженеров моих не трогать. Вот так вот, чтоб знал свое место. Паладин, да, паршивый? Ну, шикарно. Так, этим тут не место. Давай, наверное, еще инженера вызовем и... И магию. Так. Вот эти вот бочки хороши против... Нам говорили, да? Против наземных целей. Так, полетело. Ох, на реактивной тяге. Вот ядра какие-то слабоваты. Может быть, мне кажется так? Ух!
Ну, бомбят они стены действительно шикарно. Кто тут у нас прет? Кто прет, я тебя спрашиваю, а? Так, у меня есть? У меня есть, друзья. О, слушай, ну... Инженеры... Они бомбят не только по замку. Они бомбят не только по замку. Тихо. А ну-ка выкуси. Кто-то и оно. Так, что мы с вами делаем? Не понял, какая птичка тут еще мне вылетела. Посмотри-ка на нее. Давай, наверное. Знаешь, что мы с вами... Блин, бомбить я лучше буду пока. Пока будем бомбить. Ай-яй-яй, чуть-чуть не хватило так. Ну, в принципе, ядра делают весь. Давайте посмотрим вот так вот. Оу, черт! Ты видел, что сделала бочка? Просто разорвала все там к ядре нефени. Слушай, ну прикольно. Так, смотри, у меня рыцарь даже аж вот сюда добрался. Хе-хе-хе. Дай-ка я вот так сделаю. Маленечко не успел, да? Так, там бомбанули. Если что, сейчас вот так вот сделаем. Давай дальше. Вот это вот кулак, он как-то летит очень странно. Летит не так, как мне надо. Вот я ядра могу, например, по любой траектории запустить. Ага. Бочку запускаем. Так. Воу, воу. Ты понял? Она... Ребят, когда... Сейчас ворота, по-моему, мы разорвем чувачку. Когда бочку ты выпускаешь, она летит. Потом на нее нажимаешь, из нее вылетают типа такие взрывающиеся снаряды. И после этого они еще взрываются. То есть наносят колоссальный дамаг. Это очень, на самом деле, хорошо. Это очень хорошо. Будем с вами этим пользоваться. Давай-ка ядрышки запустим. Ах, смачно-то как. Ну вот смотри, смотри, видишь траекторию этого ядра, этого кулака? Почему-то он летит в землю куда-то. Не вот сюда, куда мне нужно, а вниз. Ладно, делать нечего, придется запускать. Ага. Так, бочку теперь запустим. Давай, давай. Опа. Вон, видите, ядра летят. Смачно, конечно, они тут бомбят. Так, тут очень много врагов подкралось, да, ко мне? Что мы с вами можем сделать? Естественно, магию применить. Смачно. Так, давай дальше ядра выпустим. Так, ну слушай, вот эту половину мы пробили. Ему осталось всего лишь 3 здания уничтожить. Да я думаю, что это для нас пара пустяков. Ага, вот эти вот ядра как раз бесполезны. Они против людей хороши, а вот против зданий не очень. Ох ты, по-моему, это, друзья, бочечка сейчас наведет. Он такого шороха здесь. Смотри, смотри. Кто там визжит? Ёпрасоте. Флаг! Эй! У него флаг! Он совсем, что ли, припух? Так, давай ядрами тут бомбить все, как только можем. Друзья, так дело не пойдет. Мне нужно срочно забирать свой флаг. Паладины, давай вперед. Защищаем, защищаем. Если они флаг вот этот наш отнесут к себе на базу, мы проигрываем. Мы с вами проигрываем. Так, давай, давай защищаться. Как же я такой момент упустил, а? Не уследил я, друзья мои. И это чревато. Так, бочка полетела. Хоба. Хорошо, но маловато. Все, последнее строение, уничтожаем ему. И победа будет за нами. Есть. Я герой дня. Кто бы в этом сомневался. Открыт новый снаряд. Пущенное ядро, быстрый снаряд с легкостью пробивающей стены. Новые бойцы. Тяжелая кавалерия. Прикинь, он уже с копьем, а не с мечом. Стрелок. И верховный жрец. Арсенал плюс погреб. Ага. Заманчиво. Боец дня у нас, инженеры. Так, проникновение и выставка зверей. Ну, конечно же, мы с вами пойдем на проникновение, но, друзья, уже в следующей серии. А с вами был Рэй. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.